14 февраля влюбленные пары отмечают романтический праздник – День Святого Валентина. Этому празднику свое имя дал простой христианский священник Валентин, который тайно венчал влюбленных легионеров и был казнен за это. В России и странах постсоветского пространства День Святого Валентина начал отмечаться в 90-х годах 20 века и сейчас является одним из самых популярных и любимых праздников. Однако в России с каждым годом все больше популярности набирает другой праздник, посвященный любящим сердцам – День семьи, любви и верности. Потому и разделились мнения, нужно ли отмечать 14 февраля. В году есть 365 поводов признаться любимым в своих чувствах и порадовать их приятным сюрпризом. Но есть один день в году, когда пары говорят о любви официально, и это 14 февраля. Нужно ли отмечать 14 февраля? Ну, я считаю, что нужно. Это еще один лишний повод показать, как сильно мы любим нашу вторую половинку. Нужно. Не очень хорошо к нему отношусь. Почему? Ну, потому что чаще всего после про него все забывают и не относятся к нему как к полноценному празднику. Я думаю, что влюбленному обязательно нужно отмечать этот праздник. Почему? Ну, потому что я думаю, что влюбленные, они всегда отмечат свой праздник 14 февраля. Лишний раз признаться любимым в чувствах. Да, конечно. Ну, конечно, нужно. Это же все-таки, чтобы показать, насколько вы важны друг другу. Нет, относимся, ну, нейтрально. Я думаю, нужно, я сама только купила парню подарок. Отмечаешь, да, то есть? Да. А как? Ну, получается, проводим вместе этот день. В принципе, все как обычно, но как будто бы что-то волшебное в этот день происходит, не знаю. Нет, не отмечаем, хотя скоро 50 лет как живем. Надо любить просто друг друга, да, до уважать, конца. Да, уважать, уступать, и все на свете, будет все хорошо. Нашел человека, и любить, да, его люби, надо, как говорят, до гроба. А какой идеальный подарок для вас? Я считаю, внимание. А как оно проявляется? Ну, желательно же в самом позитивном ключе. Это уже не важно. Это может быть и шоколадочка, и цветочки, и подарок, и несколько приятных слов. Не знаю, внимашки. Вы ждали, чтобы свой второй? Да. Что? Подарок. Ну, секретики разные.